году мы ставим цель его, так скажем, этот объем догнать и хотя бы выйти на 75-100 тонн переработки молока в сутки. На сегодняшний день в рамках федеральных программ оказывается существенная помощь производителям, сельхозпроизводителям и сельхозпереработчикам. Очень важно понимать, как на практике эти программы, эти меры поддержки оказывают помощь в развитии.